Здесь борьба, Киреев бьет по воротам, мяч угодил в соперника. Этим соперником был, по-моему, кто там играет у нас ближе к обороне. А вот мы видим красная карточка, которая прерывает все мои поиски и рассуждения. Уфа остается в меньшинстве, потому что оказался Натан Джуниор. Да, смешная красная карточка, потому что оказался Натан Джуниор. Да, смешная красная карточка, потому что именно Натан Джуниор сначала хватал защитника Грачева. В итоге завалил игрока Уфы, а тот, естественно, падая, уже свалился на голеностоп Натана Джуниора и повалил того по инерции за собой.